Типа, когда ты просил Бертольда сделать, вот я да. пришел, Аня такая, есть... вот есть Валерий, надо сделать. Я смотрю, ты же мне текст написал, а я все равно ублюдок, я сделал по-своему. Кстати говоря, Александр замечательный человек. В каждом обзоре, где он появляется, он просто лучший. Он в обзоре вот Титанов, Бертольд. Первый ролик, господи, он такой выдал. Я на этом сраном острове 5 лет с этими натами. Почему я, блядь, сижу на этом ебучем острове уже 5 лет и общаюсь с этими ебанатами? Это из моего ролика. Это хайлайт. Мне конкретно этот кусок с Аней, мне недавно в ТикТоке раза два в день попадался. Да, этот... Где моя мама? Где моя мама? Че я сейчас здесь делаю? Ваша мама! Да, это был настолько хайлайт, что я его видел везде. И потом самое интересное, мне чуваки кидают этот видос, такие, блин, вот прикинь, если бы он это для твоего ролика сделал. Говорю, он это делал для меня!